Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нита Нанда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарано Дайам Гопиджано Самайуктам Бинда Ванам Манохар Ванча Калпатару Вашаки Пасанду Бевача Патитананг Павоне Бхавайшнави Бхьо Намо Нама Мукан Кароти Вача Ланг Пангунг Ланг Хайтигрим Ятки Патам Ханга Банде Парама Ананда Мадавам Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кешава Сача Шна Бхакти Паде Деви Сатва Ваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наранча Ива Нараттамам Девин Сарасватин Весам Тату Джайо Мудира Шанкиртане Кришна Катху Пудеша Гаурия Патрашо Пракаса Неча Шадану Ракта Гуру Бхакти Йокто Бхакти Прамодакша Джагод Барану Дейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витатихам Панутапал Бхавад Дипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпада Паллаванака Чандамани Чатая Биспуриджита Кемепико Душвадарши Пуранану Рагара Сосагара Сарумурти Сарадхикамай Кадакипам Каруси Шри Кришна Чайтанна Прабхунитхананда Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитхананда Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Хари Аджану Ламбита Бхужо Канука Бодато Шанкиртаной Капитаро Камала Хатакшо Вишам Баро Дижа Баро Джугадхарма Пало Банде Джагат Приякару Каруна Хатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Аджану Ламбита Бхужо Канука Бодато Шанкиртаной Капитаро Камала Хатакшо Вишам Баро Дижа Баро Джугадхарма Пало Банде Джагат Приякару Каруна Матару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дибха Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану Рупенна Садана Ранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бивуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманангу Мада Пхарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджасва Бадане Лакшмир Джасва Чавакшаси Джасьясти Хиде Самбихи
Vam Nishinga Maham Bhaje. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nigamo kalpatarur galitam phalam sukhamukhat amrita dava sanyutam pivato bhagavatam rasamalayam mohuraha rasika bhubibhavuka. Gauriya Goshtipati. Гаудия Гоштхипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, некоторые утверждают, что мы не можем найти имя Шримати Радхарани во всем Шримат Бхагаватам. Оно не встречается там. Prabhupada speaking, whole Bhagavat going to indicate the lotus feet of Srimati Radharani. Но Прабхупада объясняет, что абсолютно весь Бхагаватам указывает на Шримати Радхарани, на лотосные стопы Шримати Радхарани. Прославляя их. Он прославляет в действительности только их и ничего, кроме ее лотосных стоп. Бхагаватам — это богатство Парамахамс. Бхагаватам не принадлежит мне. It is the property of pure Vaishnava. Those who are foolish people, material people, they have nothing to do with Bhagavatam. Why? If they are at all going to touch Bhagavatam, they have no adhikar. They have no right. Глупцы не имеют права даже прикасаться к Бхагаватам. Somebody speaking, there is no name of Srimati Radharani in Srimad Bhagavatam. Where from you get? Подобные глупцы заявляют, что во всем Бхагаватам не сыскать имени Радхарани. На это Прабхупад отвечал, если вы... Если бы вы действительно нашли его там, если бы напрямую там было упоминание о Радхарани, что бы вы извлекли из этого? На самом деле, весь Бхагаватам прославляет Шримати Радхарани, но глупцы не осознают этого. Упоминание о Радхарани, точнее ее имя, упомянуто там очень сокровенным образом, потому что люди не смогли бы понять возвышенное положение Шримати Радхарани. Шукадев Госвами хотел произнести ее имя, но он не мог, потому что как только ее имя появлялось на его устах, он начинал, его тело начинало сотрясаться, он терял сознание, поэтому он не произносил ее имя. То же самое происходило с Прабхупадой. На Радхакунде однажды во время Харикатхи он хотел произнести имя, хотел что-то рассказать, и в это время все его тело затряслось. И поэтому он остановился, и он не говорил о ней. Это шлока из Шримад Бхагаватам напрямую говорит нам о Радхарани. В ней сказано, что Хари получает стопроцентное удовольствие, стопроцентное удовлетворение от служения, от ее служения. Радхито. Напрямую там нет ее имени. Тем не менее, весь Бхагаватам
прославляет Шримати Радхарани. Также наш Кришнадас Госвами хотел скрыть ее имя, не хотел открыто упоминать его, потому что материалисты погружены в материальные наслаждения. Если вы начнете рассказывать им о трансцендентных удовольствиях, наслаждениях, они неправильно поймут вас и из-за этого отправятся в ад. Люди получают наслаждение от сна, от еды. Они таким образом погружены в материальную деятельность, в материальное наслаждение. Поэтому для них запрещена апракрита раса, то есть трансцендентное наслаждение. Имеется в виду, что они не привлекутся ими. Лишь когда они достигнут подобающего уровня, они смогут по-настоящему осознать, что это такое. Наша Гуруварга дает указание, намек. Вы слышали термин апракрита васту? Это то, что мы не можем осознать. Это трансцендентное, то, что за пределом нашего понимания. Потому что во всем мы полагаемся на свой предыдущий опыт, на накопленный опыт. Но его недостаточно, недостаточно материального опыта, недостаточно заключения ума. Все, что у нас есть материально, ум, интеллект, разум, наше тело, все материально. Поэтому как мы можем познать трансцендентный мир, мир духовный? Поэтому-то Шукадев Госвами, Сута Госвами приводят примеры. То есть они тем самым говорят, что вы не можете понять, что происходит в трансцендентном мире, понять трансцендентное. Тем не менее, каким-то образом, какими-то намеками, через истории мы можем дать какое-то понимание до определенной степени вам об этом. Вьясадев Госвами, Шукадев Госвами указывают, дают лишь какой-то намек. К примеру, если я хочу увидеть душу, атму, шастры говорят, что это невозможно. Не слушая, не размышляя, вы не сможете понять, как выглядит атма, потому что у вас нет подобного опыта, нет ничего похожего на атму. И Веданта дает нам кое-какой намек. Намек на то, как мы можем представить себе, как выглядит дживатма. Там сказано, что атма подобна частице света. В то же время она не свет, но как свет. Gunat alokba, then qualitatively, if you like to know something about Atma, this much we can say it is just like light particle. То есть качественно она похожа на частицу света. Но в то же время свет и что-то похожее на свет не одно и то же. But not same. Similar, so many things can be similar. Много бывает схожих вещей. Но нельзя назвать их одним и тем же. Итак, наша Гуруварга, шастры, дают кое-какие намеки, кое-какие указания, чтобы мы могли представить
создать какое-то представление о трансцендентном. Таким образом, Шримад Бхагаватам Махапурана — это спелый плод, с которого стекает сок. Нигама Калпа Таро. Шукадева Госвами можно сравнить с попугаем. Шука означает попугай. На бенгалии, на санскрите. И попугай, видя цветок, наслаждается его сладостью. Точнее, видя фрукт, он начинает его клевать. К примеру, есть такой признак, если вы видите на дереве манго, которое поклевано птицей, оно является самым сладким. Попробуйте, вы убедитесь. Когда попугай касается плода, он приобретает совершенный вкус, становится самым сладким. Ясадева Госвами говорит, что расики, те, кто понимают, те, кто испытывают вкус к трансцендентному, к трансцендентной расе, к трансцендентным наслаждениям. К трансцендентному. Это в действительности лишь для парамахамс, не для обычных людей. Почему мы должны совершать баджан Кришне? Это главный вопрос. Несколько прошлых дней я говорил об этом. Кришна обладает особенностями. И ни в каких других, ни в какой другой Вишну-татве нет качеств, которые присущи Кришне. Мы знаем, что Вишну-татва едина, то есть все вся Вишну-татва является экспансиями Господа. Так же, как порой на Радха-кунде зажигают фитильки с маслом, лампадки. Ватку заливают маслом, поджигают и расставляют вокруг Радха-кунды. И когда все они горят, нельзя определить, какой из них был первым, откуда все были подожжены, кто. То есть они поджигаются друг от друга, и никак не понять, кто был первый изначальный. В Рама-самхите подобный пример приводится. Вишну-татва едина, потому что все аватары Господа имеют один источник. Это Кришна. Не Нараяна, не Кришна изошел из Нараяны, а Нараяна происходит от Кришны. Это документально подтверждено в шастрах. Так вот, если сравнить эти лампадки с Вишну-татвой, это наглядный пример.
Как я уже говорил, в отношении раса-таттвы Кришна непревзойден, он совершенен. У Нараяны 60 качеств. Вишну, Нараян, максимум 60 качеств. Но Кришна обладает четырьмя качествами, которые присущи лишь ему. Никто из представителей Вишну-таттвы их ими не обладает. Именно поэтому Кришна-лила совершенно превосходна. Лила Мадури, Према Мадури. Никакая другая. И в то же время в Кришна-лиле есть Шримати Радхарани. Как я уже говорил, лотосные стопы Шримати Радхарани — источник бесчисленных лакшми. Все шакти-таттвы исходят из ее лотосных стоп. Что же самое главное в Шримати Радхарани? Это то, что она с Кришной. И благодаря Радхарани лила Кришны становится совершенной. Во время Расалилы, когда Радхарани понимает, что всем оказывается одинаковое почтение от Кришны, что Кришна уделяет всем одинаковое внимание, она принимает решение покинуть танец раса. Но как только она это делает, несмотря на то, что в танце раса принимает участие десятки крор гопи, тысячи гопи, и уходит лишь одна Радхарани, танец раса останавливается, потому что она связующее звено, оно ключевое звено. Ключевое звено во всей Расалиле. Если нет Радхарани, не будет и лилы. When Radharani is there with Krishna, that is complete. Radha Birohi Krishna. Когда Радхарани принимает участие в лиле с Кришной, она совершенна. Лила полноценно совершенна. Без Радхарани мы не готовы поклоняться Кришне, потому что Радхарани — это гуру таттва. И она единственная, кто повелевает Кришной. Кришна связан перед ней. Рупа Госвами описывает это. Лишь она может связать Кришну. Она настолько могущественна. Одно из имен Кришны — Мадан Мохан. Что означает это имя? Что вся материальная кама, Мадан, будет разрушена, будет истреблена благодаря даршану Мадана Махана. Он единственный камадев, единственный, кто привлекает весь мир. Бесчисленные миры привлекаются лишь им в действительности. Все мы должны испытывать влечение лишь к нему. Но этого не происходит, потому что мы под влиянием майи. Мы должны бы чувствовать влечение к нему. Тем не менее, из-за влияния майи этого не происходит. Любая лила. Полноценно лишь с присутствием Шримати Радхарани. Но некоторые до сих пор не могут этого понять. Настроение служения Радхарани некоторые истолковывают неправильным образом. Они думают, что
Это служение не входит в рамки морали, нравственности. Тем не менее, они забывают ключевой момент, что она — энергия Кришны. К примеру, люди из Южной Индии, они не могут понять ничего за пределами. Брахма Самхите сказано, что все гопи, Шримати Радхарани и все гопи, вечная шакти Бхагавана, вечная энергия Бхагавана. Мы лишь внешне видим, что Радхарани выходит замуж, Лалита выходит замуж, но это устройство йога-майи, и в действительности их... у них нет мужей. Так устраивает йога-майя для того, чтобы мы, для того, чтобы лила приобретала особый вкус, особые оттенки. В Параке Абхаве нет никаких родственных связей, нет ни мужа, нет ни свекрови. В трансцендентном мире это именно так. Но когда Вриндаван нисходит сюда, здесь происходит особая лила, так что лишь в трансцендентном мире понимание Акамси — это всего-навсего концепция, какое-то представление. Но когда трансцендентный мир спускается сюда, когда трансцендентная дхамма спускается сюда, эти концепции принимают материальную форму, так что Камса приобретает реальные черты, становится конкретной личностью. Таким образом, совершенно не о чем спорить, потому что все шастры утверждают, что Шримати Радхарани — вечная энергия Кришны. Так если она его энергия, какие могут быть... как можно критиковать Радхарани за то, что она вступает в какие-то отношения с Кришной? В Брахма Самхите содержится объяснение тому, прекрасное объяснение. Так вот, Паракия Бхава дарует высший вкус. Ее устраивает йога-майя для того, чтобы вкус, для того, чтобы наслаждение достигло пика. Потому что наслаждение Паракия Бхавой, Паракия Расой, значительно больше, чем наслаждение семейной жизнью. Когда есть муж, жена, отношения любовников более наполнены расой. В материальном мире это приобретает порочные черты, но в трансцендентном мире это самое чистое, что только может быть. Здесь мы знаем истории о любви Лайлы и Маджну, но и Дамаянти. В соответствии с материальными стандартами, это образцы идеальной любви. Тем не менее, если вы поймете, что есть трансцендентная любовь, вы отбросите эти высшие образцы, эти высшие примеры любви в материальном мире, как нечто грязное. Нельзя рассматривать трансцендентные любовные игры духовного мира как нечто материальное. Нельзя смотреть на них с материальной точки зрения, потому что здесь наши тела состоят из плоти, а там их тела трансцендентные. Там говорится, что даже пылинка Вриндавана трансцендентна. Чинмой. Чинмой.
И все, что находится в трансцендентном мире, состоит из не из плоти, не из крови и плоти. А они трансцендентные. Они лишь выглядят как мужчины и женщины. Тем не менее, их тела апракрита, чинмой. И в своей Гаура-лиле Махапрабху объясняет эти истины. Он хотел объяснить все это, хотел показать четко и ясно. Показать, что значит Радха Говинда Лила. Если бы Кришна Лила, Радха Говинда Лила, была порочна, почему же Махапрабху, который являл высочайший образец следования всем правым предписаниям, закрывался в своей комнате в Гамбире и ночами рыдал по Радхе и Кришне? Вспомните историю с Чота Харидасом, когда за малейший проступок он прогнал раз и навсегда Чота Харидаса. Итак, мы не можем сравнивать Кришна-лилу ни с какими другими отношениями. Но для того, чтобы слушать о Кришна-лиле, нужно, это необходимо заслужить. Необходимо прогрессировать для того, чтобы у нас появился вкус. И для того, чтобы мы избавились от материальных концепций, которые мешают нам понять это таким, как оно есть. Итак, если мы будем совершать Вриндавана Парикраму с материальным видением, материальными представлениями, мы обретем лишь сукрити. Но, как я уже говорил, любое растение, любое деревце Вриндавана обладает премой к Кришне. Посмотрите, Кришна наделил даже растения во Вриндаване премой. Это говорит о том, что они настолько возвышены, чем мы, что бессмысленно даже сравнивать нас с ними. Они наслаждаются премой Кунды Вриндавана, Гирирадж Махарадж, любое деревце во Вриндаване, любая травинка, все они наполнены любовью. Если мы будем совершать Вриндавана Парикраму с материальной концепцией, мы, возможно, выйдем из колеса самсары, тем не менее, не обретем прему. Вчера я говорила о камьяване. Многие преданные предлагают разные сладости Кришне там. Там есть кунда, где Кришна мыл руки. Я уже рассказал о том, как Брахма играл с Кришной, как он захотел его проверить. Но это привело к огромным проблемам. Теперь он плачет и просит прощения. Он обращается к Господу. Если ты не простишь, обращается к Кришне. Я как маленький ребенок. Мы не можем рассматривать Кришну как отца, потому что тогда никакая раса не будет доступна, возможно. Но Брахма действительно обращается к нему с этой позиции. Он не говорит «я твой сын», тем не менее он рассматривает его как того, кто даровал ему жизнь.
Он просит, пожалуйста, прости меня, как отец прощает сына. То есть Брахма не воспринимает Кришну, как не обращается к Кришне как к своему отцу, тем не менее просит у него прощения. Он вознес стотры и удалился в свою обитель. Эта лила прошла в Камьяване. Камьяван — это самый большой лес из 12 лесов в Раджа. От Баджантари по пути будет много значимых мест, которые вы можете посетить. Затем вы должны пойти на главный саровар. Как он называется? Там вы увидите Нилканта Махадеву, Махадева. Нужно пойти на Вималакунду. Вималакунда была создана из слез гопи. Это очень чистое место. Нужно принять там омовение, затем получить даршан божеств, которые находятся на Вималакунде. Там же есть Баджан Кутир, Сидда Кришнадас Бабаджи Махараджа. Кришна Баларам пришли к нему однажды и попросили у него воды. Баба повторял Харинам, они стали просить у него воды. Баба дал им воды. Есть даже картинка этого. Так Кришна может делать все, что угодно. Он может просить пожертвования, может попросить воды, но Нараяна на это не способен. Чуть поодаль находится Баджан Кутир, Прабхадананда Сарасвати Пада. Вималакунда очень большая и прекрасная. Вы почувствуете очищение, находясь там. Возможно, вы видели, на Кусум Сароваре есть небольшие островки из камня, то есть островки, так как бы ты садишься, и вокруг тебя вода. И на Вималакунде точно такие же, и я любил там повторять Харинам. Затем вам нужно получить даршан Каши Вишванатха. В Каши Вишванатх есть в Варанаси. И изначальный Каши Вишванатх как раз-таки находится там.
около Вимала Кунды, недалеко от Вимала Кунды. Также там находится Дарма Кунда. Там Ямараджи Махарадж встретился с Юдхиштхира Махараджи, устроив ему испытание вопросами. Он сказал: если ты ответишь на мой вопрос, я позволю тебе взять воды. Иначе с тобой произойдет то же самое, что случилось с твоими братьями. Они все они упали замертво. В поисках своих братьев Юдхиштхира Махарадж пришел в это место. Дармарадж, Юдхиштхира Махарадж пытался оживить своих братьев, но Дармарадж запретил ему делать это. Он сказал: сначала ответь на мои вопросы, кто самый счастливый в этом мире? Что самое удивительное в этом мире? So usually we are going to speak one question, answer that who is the, what is the most surprising thing? Что самое поразительное в этом мире? И на это Юдхиштхира Махарадж ответил. Что может быть более поразительного? Каждый день мы видим, как кого-то несут хоронить, как кто-то умирает. Но мы не понимаем, что, возможно, через 10 минут то же самое произойдет с нами. Что может быть более поразительного, что вокруг нас все постоянно умирают люди. Тем не менее, и мы знаем, что мы смертные, тем не менее, мы никогда не думаем, не задумываемся, что в любой момент мы можем оставить этот мир. Пытаемся обзавестись собственностью и так далее. Как правило, саду, прежде чем покинуть этот мир, понимает, что скоро с ними это произойдет. Например, один ученик Санты Госвами Махарадж из Каракпура, он, прежде чем оставить этот мир, написал завещание. Он, прежде чем поехать в больницу, позашел к своему духовному учителю, к Санте Махараджу, и сказал, что, возможно, я не вернусь. И он действительно не вернулся. Также один ученик Вамана Госвами Махараджа, ему было всего 10 лет. Он сказал: мой Гурудев ушел, я за ним пойду, то есть я тоже уйду. Я рассказывал о нем Харикатхо в Силигури, в Северной Бенгалии. Утром и вечером я говорил. И там в Харикатхе на Бенгале я говорил о нем. Вы, если послушаете, будете поражены. Я прославлял его так, как будто бы он мой гуру. Но хотя он сам написал, он сам относился ко мне как гуру. Его звали Говинда Махарадж. С внешней точки зрения он как сумасшедший. Но он обладал невероятной любовью к своему духовному учителю. Когда ушел его Гурудев, он сказал: я тоже не буду здесь больше жить, я тоже ухожу. И он действительно ушел. Я ошиблась с возрастом, не упомянуто в точности, сколько ему было лет.
Один ученик Бхакти Дейта Мадхава Госвами Махарадж, к примеру, также, он был инчарджем, был управителем читания Гаудия Матха здесь, в Майпуре. Он сам видел Бхакти Сиддханту Сарасвати Пада в юном возрасте, когда ему было 5 лет. Прабхупад рассказывал Харикатху, проповедовал где-то в каких-то деревнях, и на буйволиной повозке он передвигался, он садился на повозку, рассказывал Харикатху, и потом ехал в другое место и снова рассказывал. И в процессе этой проповеди этот маленький мальчик увидел Прабхупаду и побежал за ним, вцепился в повозку и бежал так за ним, пока Прабхупад ехал. А Прабхупад по пути спрашивал: «Ты откуда? Где ты учишься?» То есть только всего пару слов было между ними сказано. И он стал великим преданным. Когда он встретился с Прабхупадом, он был совсем маленьким. Он лишь увидел его. Но затем он получил инициацию Бхактивидьянта Мадхава Госвами Махарадж, стал великим преданным. Он получил харинам, дикшу, саньяс от Бхактивидьянта Мадхава Госвами Махараджа. А потом, когда пришло время оставить тело ему, он сам сказал, что я собираюсь оставить тело. Или, к примеру, Кешава Госвами Махарадж. Прежде чем оставить тело, он сказал: «О, вы посмотрите расположение звезд. Сейчас благоприятно уходить? Сейчас посмотри, время подходящее уходить. Арати закончилась?» «Да, арати закончилась». Тогда надели на него гирлянду с Радхарани. А, то есть Пуджари пришел, надел на него гирлянду с божеств, и он оставил тело. То есть он сам объявил об этом за короткий промежуток времени и ушел. Вы думаете, это сказки, какие-то выдумки, но это правда. Таково совершенство Гуру Вайшнава. Итак, многие саду знали, прежде чем оставить этот мир, о том, что они уйдут. Итак, о чем мы говорили? Мы говорили о Вимала Кунде. Итак, нужно получить даршан Каши Вишванатха, предложить ему поклоны, обнять его с любовью, затем отправиться на Дармакунду, то самое место, о котором мы сейчас говорили. Что может быть более удивительное, чем то, что каждый день умирают люди, и люди это постоянно видят, но не догадываются, что с ними произойдет то же самое. А если и думают об этом, они считают, что это произойдет в далеком будущем. Ответ Юдхиштхира был совершенен. И Дармарадж был доволен им, он позволил ему напиться воды и оживить 4 братьев Юдхиштхира. Камешвар Махадев очень важен. Нельзя возвращаться. Я никогда не возвращался из Камьявана, не получив даршан Камешвар Бхагавана. Камешвар Бхагаван может удалить камму из сердца преданных. Он дарует благословение, чтобы совершать подлинный баджан. Панча Пандавы с Кунти Деви какое-то время жили там, и там
есть этот дом, он, конечно же, уже был разрушен, а потом его починили. Итак, там есть много мест, где, которых даршан которых необходимо получить. Затем вы должны получить даршан Говинды, Гопинатха и Мадана Махана. Три эти божества были первоначально принесены в Камьяван из своих мест, а затем их перенесли, перевезли в Джайпур. Преданные проделали большой путь, а в Камьяване была остановка, где им поклонялись, где какое-то время отдыхали и поклонялись им. Все три божества были принесены туда, а уже впоследствии оттуда их отвезли в Джайпур. Very, very power exalted devotees. They invite Bhagavan to stay there. So accordingly, преданные, которые жили там, взмолились, они хотели, чтобы божества также оставались там, и взмолились Бхагавану так, чтобы он не зашел. То есть Бхагаван, услышав, вняв их молитву, сам не зашел туда в форме божества. Поэтому нужно обязательно получить даршан Говинда Мандира, Говинда Мандира, Гопинат Мандира. Джанава Такурани получала даршан там. Время от времени также открывает божество Мадана Махана, храм Мадана Махана. И тогда Браджаваси перед этим божеством поет киртаны, играя на гармонике, на физической гармонии. Я долгое время проводил там. Тем не менее, даршан божества короток. Возможно, с 11 до 11.30, с 5 до 6. Если вы недостаточно удачливы, у вас не получится увидеть божество. А божество очень маленькое. Тем не менее, влияние его огромное. То есть вы получите много вдохновения. И поют Браджаваси, перед ним поют на Браджаваси. Это язык, это и не хинди, но это язык Браджаваси. И поют они замечательно. В Говинда-мандире есть божество Вринда-деви. Ее должны бы были увезти в Джайпур. Тем не менее, за ночь до этого, в ночь перед этим, Вринда-деви явилась тем, кто должны были перевезти, и сказала: «Не отвозите меня отсюда, я не хочу покидать Вриндаван». Таким образом, там изначальное божество Вринда-деви. Она вышла из Брахмакунды и предстала в этом божестве. Таким образом, вы сможете получить даршаны трех замечательных божеств. Там очень и очень много много мест, которые, даршан которых необходимо получить. Однажды в играх Кришны обезьяны
пришли к Кришне и предложили его лотосным стопам поклоны. Гопи удивились, в чем дело, что они делают. А Кришна сказал: «Я Рамачандра, они так мне свою благодарность выражают». Лалита возразила: «Ты докажи, что ты Рамачандра, мы не верим тебе». Рамачандра, к примеру, построил огромный мост с Ланки. На это Кришна ответил: «Я тоже могу построить мост. Несите камни, а я построю мост. Я сделаю так, чтобы камни плавали на воде, не тонули». А гопи сказали: «С чего это мы тебе будем камни таскать? Скажи обезьянам, пусть они носят». И действительно, обезьяны стали приносить камни. Бхагаван и Кришна принялся за постройку моста. Он брал по камню и клал на поверхность воды, и он не тонул. И действительно образовался мост. Таким образом, в скрытой форме во Вриндаване есть и Ланка, и Рамешварам. То есть, потому что Кришна явил там лилу Рамачандры. Помимо всего, там есть Гая Кунда. Вы знаете Гая Дхаму? Это святое место Гая. Она считается Вишну Дхамой. Там есть Кунда. Так вот, и точно такая же Кунда находится в Авраджа. Если вы хотите совершить шрадху отцу или матери, это делают последователи вед. Так вот, если вы проведете шрадху вот в этой кунде, это в сотни раз благоприятнее, чем вы сделаете, проведете шрадху где бы то ни было еще. Гая Кунда очень, она превосходна. Вода, которая, вода там прекрасна. Сотни браджаваси принимают омовение в ней. Вы можете совершить парикраму вокруг нее. Там же есть место, где совершал баджан Индра. Вы сможете задержаться, остаться там, если захотите, потому что там много действительно мест, которые нужно посетить. Помимо всего, там есть место, где Панча Пандавы жили как слуги. Одного царя. Его звали Вират Раджа. Там было королевство Вират Раджи. Арджуна переоделся в девушку. И стал обучать дочь царя танцам. Абхима стал работать поваром, и все они так или иначе поступили на службу к царю, но никто не знал, что они Панча Пандавы. Конечно, все это от королевства ничего не осталось, потому что прошло уже более 5000 лет. Тем не менее, там есть какое-то напоминание об этом, построенное из красного кирпича.
Very nice place that is. So all you have to take darshan one by so many temples. Govinda, Gopinath, Madan Mohan, these, that, so many temples. The Damodar, so many temples there in Kamava. Water is very good, very nice. So from there, if you like to stay there night time, you can stay. Or if you like to move next morning, then early in the morning you will have to run from Kamava. Вы можете остаться там на ночь и ранним утром пойти дальше. Radharani Sarovar is there. Также там есть Радарани Саровар. Кунда полная лотосов. То есть выход из Камьявана лежит через Вималакунду. Вималакунда будет слева. Нужно будет выйти на главную дорогу, пойти прямо и идти долго, а затем повернуть налево. Не зная маршрута, будет сложно добраться до следующего места. Как прекрасна природа там. Если, то есть, вы будете смотреть на природу и думать, что это словно сон. А повсюду танцуют павлины. Я часто повторял харинам, и совсем рядом со мной танцевал павлин. Совершенно не боялся меня. Они даже могут есть с руки, если вы покормите их. Они знают, что вот думали обо мне, что Баба нас не убьет, они доверяют Бабам, доверяют преданным саду. То есть они кушают с руки, могут танцевать, распушив свои хвосты, танец их прекрасен. Я даже напечатал одну книгу Баджана Рахасия Вичар с изображением павлина на главной странице. Восемнадцать-двадцать километров, даже больше, придется дойти, идти до следующего пункта, до следующего места. По пути вы увидите деревню под названием Кануи, там мама Ишода. В той деревне, туда, в эту деревню мама Ишода привела Кришну, чтобы там прокололи Кришне уши. Так каждая деревня имеет какую-то свою историю, связанную с играми Кришны. Когда вы будете совершать парикраму, нужно идти молча, повторяя, то есть не разговаривать на мирские темы, повторять харинам. Затем вы придете в место под названием Кадам Канди. Оно так прекрасно. Однажды я остановился в ашраме Сидда Бабы на Пурниму.
Я подумал, сегодня такой важный день, а у меня не получается предложить параманию. То есть не могу предложить сладкий рис, потому что у меня нет возможности готовить. Я думал, как бы было замечательно, если бы я мог ее предложить. Я только в уме размышлял, ни о чем никого не просил. Итак, я дошел до этой деревни Кадамканди, и меня сразу же подозвал один баба и сказал: «Да, прими просад». И дал мне столько парамани, столько сладкого риса и такого вкусного, с неподдельным, с настоящим молоком. Затем я получил даршан священных мест там. Кадамканди означает «густой лес деревьев Кадамба». Там все деревья в колючках. Они настолько острые, что легко могут порезать кожу. Поэтому между деревьями нужно ходить осторожно. Пилу-бикша — деревья, которые находятся там повсюду, они небольшого размера, и в Севакунджа они есть, и в Никунджаване, и так далее. Во Вриндаване их очень много. Они небольшие, но на них растут плоды пилу. Они настолько очень острые, плоды очень острые. А, точнее, семечки настолько острые, что как, подобно чили. А те, кто знает, как это правильно есть, они убирают семечки и едят только плод. Так вот, в этом лесу жил Сиддха Баба из Нимарка Сампрадаи. Он родился во Вриндаване и там же совершал баджан. Он изначально из деревни Пайгаун. Он был настоящим ситхой. Не носил одежды. У него была лишь одна купина. Иногда даже и купину не носил. Он путешествовал, то есть он постоянно ходил по Вриндавану, он не жил где-то в одном определенном месте. Тело его было трансцендентно. Утром он видел арати Говинда Деву, непосредственно лицезрел, получал даршан Говинда Джи. В храме, а затем он шел, совершал парикраму вокруг Гирирадж Гавардхана, затем опять дальше шел. То есть каждый день он совершал Гавардхана парикраму. Для нас это поразительно, практически невозможно. В нашем понимании. Тем не менее, он даже не уставал. Однажды он совершил парикраму в очередной раз Гирирадж Гавардхана, а затем пришел в лес, где я остановился. Он просто проходил мимо, повторял харинам. У него был тюрбан. А, точнее, у него была из волос, завязанный, как у Махадева, узел волос. И он пытался пройти мимо деревьев, но волосы запутались в ветках.
тем не менее, он пытался пройти, ничего не говорил. Он просто повторял, продолжал повторять харинам. И он думал, я каждый день парикраму совершаю, никогда подобного не происходило. Возможно, Кришна хочет, чтобы я остановился, остался здесь. Он даже не стал доставать из своих волос колючки, ветки. Он не стал на это тратить свою энергию. И просто спокойно встал и подумал, это похоже, Кришна хочет, чтобы было так. И можете себе представить? Он три дня стоял так. Без всяких проблем. Браджаваси подходили к нему и спрашивали, могу помочь? Я распутаю, если нужно. А он говорил, нет, это не надо. Кто все это сделал, пусть он сам приходит и распутывает. Из-за кого я тут запутался, пусть он сам приходит и распутывает. Не надо мне помогать. То есть, что он имел в виду, Кришна — причина всего, что происходит, поэтому он сам должен сюда прийти и распутать волосы. Ну, то есть, распутать... Что? То есть, он... А Кришна не мог, конечно же, стерпеть. Он, в конце концов, пришел и сказал, «Ты что, баба, тут три дня уже стоишь? Я-то могу тебе волосы распутать?» Я сам Кришна. А, то есть он, Баба сказал, нет, не надо. А Кришна сказал, я Кришна, я распутаю. А он сказал, как я пойму, что ты не обманываешь меня? Если Радхарани будет с тобой, только тогда я поверю, что ты Кришна. То есть он настолько разумный, что получил даршан и Рады, и Говинды. Не одного лишь Кришна, а еще и Радхарани. Как я тебе поверю? Как я узнаю, что ты не обманщик? И тогда Кришна предстал с Радхарани перед ним и распутал его волосы, и он пошел дальше. Итак, это место необычайно важно во Врадже. И практически все знают об этой лиле. Итак, место называется Кадам Канди. Я там много времени проводил. Мне очень нравилось там, и я не хотел уходить оттуда. Я там повторял Аник, повторял Харинам, павлины подходили ко мне. Иногда меня угощали там просадом. Оттуда придется идти долго до следующего места, но по пути будет много деревень. Завтра, мы поговорим об этом уже завтра, сегодня время вышло. Подождем до завтра. Я очень переживаю, что нам нужно вовремя закончить.